Всем привет, с вами Любомир Борода. И сегодня мы будем плести из паракорда вот такой брелок. Этот брелок крутой, вот, его можно вешать как на рюкзак, так и на ключи. Я выбрал специально яркие расцветки для того, чтобы если вдруг вы куда-то задевали ключи, вы сразу могли найти их по брелку, особенно если это где-то падает в траву, в кусты, сами понимаете, яркий цвет, он сразу привлекает к себе внимание. Вот, друзья, это видео могло бы выйти раньше, вот я его отснял раньше, но так получилось, то, что у меня заглючила карточка и не определялась вообще, я не мог считать с нее информацию, там были записаны еще фрагменты моего будущего влога. Вот, я держался за голову, думал, блин, что же делать, короче, вот, и я заютюбил, вместо гугла я сейчас не гуглю, а ютюблю, вот, и вместо гугла я, короче, заютюбил, нашел канал, там один мужик рассказывает, собственно, как решать вот такие вот проблемы, когда невозможно поднять информацию там жесткого диска, как это все почистить, восстановить, короче, реанимировать. Ну, я не настолько соображаю во всех этих делах, мне надо было починить карточку. Вот. Нашел я у него видеоурок, я карточку починил, все восстановил, все охрененно. Вот. И, собственно, хочу с вами поделиться этим каналом, потому что этот дядя оказался еще и из Николаева. Я очень удивился, думаю, ни хрена себе, я в Ютубе, да, в такой большой платформе нашел человека, канал которого мне помог, а он еще и со мной в одном городе живет. Поэтому я, ну, не могу оставить его без внимания, я его вам рекомендую обязательно, и ссылка на канал в описании, потому что зачем носить в ремонт всякие наши девайсы, да, все наши вещи, если можно посмотреть проблему в YouTube, и человек подскажет вам, как ее исправить. Как говорится, зачем платить, если можно не платить? Температура процессора скачет, как курс доллара? Жесткий диск сыпется, как печенька, а материнская плата разваливается, как тело наркомана? Не спеши брать кредит на комплектующий. Есть решение. Канал «Мастерская Мастерок». На этом канале ты узнаешь не только, как отремонтировать свое добро, но и задать вопросы в реальном времени. Спеши, друг мой. Ссылка в описании. Так, берем для этого дела три отреза паракорда. Я взял три вот таких цвета, каждый по 1,20 м. Для начала берем два из них. Давайте возьмем желтенький. Находим сразу середину. И берем вот даймонд, например, да, бриллиантовый. Также определяем середину. Вот у нас две серединки. Делаем такое движение. Собственно, определяем петлю желтую, а даймонд петлю заводим сзади. Вот таким образом. Так, давайте я оранжевый уберу, чтобы он нам пока не мешал. И теперь накидываем даймонд сюда и сюда. Ничего сложного нет вообще. Вот таким вот образом. Далее, что мы делаем? Мы берем сразу две стропы желтого и просто заводим их сюда наверх. Это вообще замечательное начало для плетения браслетов, если у вас система крепления петля-узел. То есть вы сразу можете, да, всегда вот делать таким образом. Все, и затягиваем. Собственно, вот что у нас получилось. Сейчас еще сделаю петлю чуть меньше. Это очень легко подтягивается. Это вообще все без проблем. Так, что мы делаем дальше, ребята? Дальше мы берем вот этот момент, вот эту петлю. И чуть-чуть ее назад ослабляем, вот так, для того, чтобы завести еще и оранжевый наш кусочек. Также находим середину, заводим его вот сюда как раз.
и накидываем на нашу петлю. Вот таким образом. И теперь уже затягиваем основательно. Подтягиваем как даймонд, так и желтый вниз. Таким образом. В итоге получаем вот такую конструкцию. Теперь все это дело переворачиваем. И таким же образом, как в предыдущий раз, опять же наш красивенький даймонд, делаем опять вот таким вот способом. Понятно, да? А теперь берем уже оранжевый, две стропы, вот два кончика, и заводим их вот сюда, сюда рядом с желтым. Понятно, да? И точно таким же образом, как в первый раз, потихонечку все это стягиваем. Чтобы у нас получилась такая вот аккуратненькая хреновинка. Что мы делаем дальше? Дальше мы опять переворачиваем. Желтый у нас получается впереди. Теперь мы берем оранжевый и откидываем в сторону вообще, чтобы он нам пока не мешал. Вот. Также закидываем наш бриллиантовый вот этот вот даймонд. Таким вот образом, как и в предыдущий раз. Делаем вот так. Берем две стропы опять. И уже заводим их вот сюда, вот между ними же, в серединочку. Видно, да? Таким вот образом. Теперь опять переворачиваем, уже желтый убираем назад. Здесь процедуру повторяем. Также в серединку. We'll be right back.
Тут главное начать, понять, а потом оно уже все идет как по маслу. Давайте еще раз повторим. Держим ровненько две стропы. Одну заводим сверху. Таким образом. Следующую наверх уже на нее. Таким образом. Получается у нас вот такая вот штука. Немножечко разъединяем концы здесь, чтобы у нас получилась свободная серединка. Берем два кончика и просто в эту свободную серединку их заводим. И все. И стягиваем. Как эту часть, так и эту часть. И постепенно одну, потом другую, одну другую. И все у нас аккуратно получается. Вот, видите, чуть-чуть эту затянули, чуть-чуть эту подтянули. Опять немножко эту подтянули. Потом тут подбили. И здесь подтянули. Смотрите, друзья, я сплел вот столько, можно больше, потому что я и взял паракорда вроде больше, но опять же, например, для брелка, я думаю, вот такого размера уже достаточно. Вот, можно, кому как удобнее, можете и длиннее плести. Дальше что мы делаем? Мы раскидываем вот так вот наши хвосты, кстати, паракордовые, да, давайте вот так сделаем лучше. Было лучше видно. Вот. Паучок такой, да? И делаем вот такие вот манипуляции. То есть каждый конец набрасываем на следующий. Таким вот образом. Вот этот сюда, этот, соответственно, сюда, этот сюда, этот сюда. Этот на оранжевый, оранжевый на даймон. Видите, да, получается у нас цветочек. Вот. И даймонд уже мы берем и заводим сюда, ну, чтобы замкнуть цепь. И потихонечку все их подтягиваем. Чем-то похоже на бриллиантовый узел, только не из четырех, а из шести строп. Вот, и делаем вот такой вот аккуратный шестиугольничек. Что мы делаем дальше? Мы берем, опять же, каждую из наших строп, заводим за следующую, которая за ней идет, за следующую, заводим и выводим ее сразу в центр, как это, опять же, делается у бриллиантового узла. Вот, вывели, берем следующую. Вывели, берем следующую. Вывели, берем следующую,
Берем следующую. Вывели. Так, и берем последнюю. И тоже выводим. И теперь все их постепенно стягиваем. Тихонечко. В итоге у нас получается такой вот узел в конце. И остается паракорд. Ну, у меня осталось больше, потому что я подумал, что мне такой длинный брелок не нужен. Ну и, соответственно, для урока нам этого достаточно. Потом мы его просто обрезаем. И тут уже каждый может решить, что ему сделать. Вы можете его распустить полностью, и будет у вас большая кисть. Можете оставить так и оплавить. Такой вот у нас, друзья, получился с вами брелочек. Кому что было непонятно, пишите в комментарии, мы с вами разберем. Вот. Надеюсь, видео было для вас полезным. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Итак, друзья, в одном из своих влогов Дмитрий Верховецкий показал меня и попросил подписаться на мой канал, промотивировав вас неким розыгрышем футболок от Николаевского клуба «Бородачей». Вот, условия были такие: вы должны были подписаться на мой канал и поставить под последним моим видео хэштег «Верховецкий Дмитрий». Вот, соответственно, давайте определим 5 наших победителей, которые получат эти самые футболки. Ну что, погнали? Давайте. Ссылочку на видео я подгрузил. Жмем «Мне повезет». Итак, вот, пожалуйста, автосоло. Верховецкий есть, правильно? Поздравляю. Следующий победитель. З Марса. Поздравляю. Далее. Николай Квитко. Четвертый. Алекс Гуфовский. И последний победитель — Дориан Грей. Итак, друзья, вы выполнили все условия, вы подписались на мой канал. Раз вы подписались на мой канал, значит, вы смотрите мои видео. Поэтому каждый из победителей, кто увидел в моем видео, что вы победили, пожалуйста, пишите мне личное сообщение в YouTube от вашего имени победителя. И, соответственно, я вам вышлю эти футболочки. Спасибо за внимание.